В Ульяновске встретили участников фестиваля «ГИТИС-фест. Театральное Приволжье-2024». Среди них Валерия Шевченко, актриса Ульяновского драматического театра. Она уже успела пройти профессиональное испытание – подготовку к спектаклю на теплоходе. Необычный опыт ей понравился. Несмотря на то, что были маленькие площадки, мы все сделали за пару дней и показали в Саратове наш эскиз. Я считаю, что он получился очень хорошим. Мы успешно выступили. Успевают актеры на теплоходе не только репетировать и знакомиться с новыми регионами, но и интенсивно учиться. В программе проекта 12 мастер-классов от наставников. Еще одна важная цель проекта – трудоустройство молодых актеров. Надеемся и рассчитываем, что проект даст такой толчок, импульс в развитии как бы каждого участника. В дальнейшем мы предполагаем, что у нас появится взаимодействие с регионами, и ребята-выпускники получат предложение на будущую постановку. На малой сцене Ульяновского драматического театра зрителям показали две постановки, одна из которых по мотивам легендарного произведения Александра Николаевича Островского «Гроза», но в новом формате. Нам предлагали выбирать материал, связанный с Волгой. Вот. Мы выбрали «Грозу» Островского. И у нас будет такой небольшой эскиз на тему «Грозы» Островского, но не сама «Гроза» Островского, потому что это достаточно сложный драматический материал. Это такой сказ-рассказ про то, как все циклично в этом мире и что все мы немножко Кати внутри, вот, как и Катя Кабанова. Также зрители насладились спектаклем по мотивам произведения «История одного города. Органчик». После визита в Ульяновск актеры Поволжья покажут постановки в Чебоксарах и Нижнем Новгороде. Юлия Адамова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.